имидж. Верующий еврей, очень верующий, с бородой, с пейсами, в лапсердаке, с цицицами. Такой очень, всю жизнь соблюдал все традиции, все праздники, ел только кошерное, всегда ходил в синагогу. Ну, все делал так, как нужно. И вдруг в какой-то момент он решил, ну что, ну как-то я же еще, в общем, совершенно молодой человек, там, 40 лет, что там борода как-то мешает, вот эти песни. Пошел в парикмахерскую, пробрился, превратился в светского человека, выходит из парикмахерской, бабах, машина, сбивает его насмерть. Он пристает перед Богом, Бог говорит, ну, здравствуй. Тот говорит, слушай, Господи, я же всю жизнь соблюдал. Как же так? Мне только 40 лет. Я всю жизнь соблюдал все традиции. Я ел только кошерное. Я все время ходил в синагогу. Я молился по 2 раза в день тебе. Как же так? Он говорит, подожди, ты Сема? Он говорит, конечно, я Сема. Ты Сема Абрамович? Он говорит, конечно, я Сема Абрамович. Он говорит, Сема, я тебя не узнал.